Вообще, я должен сказать, что у меня какое-то очень неясное ощущение, представление ребенка у себя в фильме. Какое-то очень смутное. Так же, как и роль женщины в моих фильмах. Ну, такое ощущение, что я что-то такое еще не сумел рассказать. То, что должен был рассказать. И о ребенке, и о женщине. Что касается детей, то мне всегда казалось, что они гораздо мудрее нас. Поэтому я их все время хотел привлечь к фильму своему. Для меня дети как-то как бы соединяют наш вот этот мир с каким-то другим, трансцендентным. То есть они еще не потеряли эту связь. Они ее скоро потеряют, но пока еще не потеряют. То есть вот в этом каком-то смысле для меня очень важны детские роли. Там, где взрослый не может найти слов для того, чтобы сказать, выразить что-то такое, мне кажется, следует обратиться к ребенку, и он все сумеет объяснить как следует. Даже своим присутствием что-то.